Итак, всем привет! Мы продолжаем проходить, как написано на экране, The Longest Journey, или как-то величайшее приключение, сам большое приключение, как хотите называйте. Вот это восьмая часть, восьмая уже. Мы, походу, на третью главу в прошлый раз перешли, мы там что-то на свидание отправились, поругались с Даком, который такой себе хороший человек, такой себе, типа, ну, понятно, да. Ну, в общем, продолжили. Мы там, типа, выбрались из потустороннего мира еще, типа, нашли Вестхаус какого-то. И сейчас мы бегаем, пацаненка, что-то там ищем, чтобы он нам помог, что-то рассказал. Вот. Мы приехали в полицейский участок, чтобы там что-то удалить, что-то найти, что-то сделать, в общем, вот. Еще одна несчастная жертва англо-тихоокеанских войн 90-х годов. Светофор красный. Дорожное заграждение. Это робот-технический дорожный блок садовного типа. Их можно увидеть повсюду в этом городе. На нем есть небольшая панель управления. На мониторе написано 3018. Это важная информация или нет? Так, мне нужно найти полицейский участок. Почему туда пошла? Я сюда тыкнул. А, только там можно пройти? А, ну тут светофор красный, естественно, конечно. Ну, мы же по правилам только... Обычно я покупаю продукты в Динозавре. Но не все их товары отличного качества, но цены достаточно низкие. И мне нравится их реклама. И обслуживание у них на весьма пристойном уровне. Особенно мне нравится реклама, где они построили робота-динозавра в натуральную величину и поставили его разносить в магазины конкурентов. И они это сделали на самом деле. Я не знаю, пострадал ли кто тогда, но это было круто. Это как бы не очень нормально. Это ненормально. Вот это полицейский участок. Нет, это не полицейский участок. Это автоматизированная мусорная машина. Они колесят по городу и опустошают контейнеры и переезжают людей. О, полицейский участок. Пошли. Ну, нам нельзя торопиться, здесь скажут, что она бежит как подозрительная. Но полиция может отреагировать так. Вспомните Assassin's Creed 1. Там, правда, не вообще все реагировали на тебя не очень хорошо. Breaking news. Люсинда Карлайл ведет прямой репортаж из полицейского участка около метро. И сегодня я расскажу вам трагическую историю о том, к чему может привести неправильное использование технологий. В той груди, которую вы видите за мной, медицинские работы ведут поиски на обломках шаттла, разыскивая останки более чем сотни людей, которые потеряли свои жизни в этой катастрофе. Об этом можно рассказать, и об этом должны стать все. Всего-навсего часов назад шаттл аварийного лёда, на котором летели в башню метро мечтающие колонисты, потерпели пешехода и свалился на эту улицу без предупреждения. Три машины похорони под собой 90 невинных пешеходов. И двух. Что трагедия для людей? Но пока не последовало никаких официальных заявлений. И поэтому мы можем только догадываться. И мы попробуем догадаться. Что-то там, может быть, у кого-то из пассажиров была бомба, или изготовители этого шаттла Мостел ТД установили какую-то бракованную деталь, которую купили на подпольном немецком заводе. Но кто бы на этом не был виноват, каким бы ни было наказание, эти окровавленные озвученные тела уже не оживить. Это не вернет Терезу Розерман, матери детей, ее мужу Мартину. Это страшная потеря, которую никак нельзя компенсировать. И только огромные денежные выплаты смогут немного облегчить боль утраты, но избавив от этой боли не сможет ничто. Разве что сложная хирургическая операция на мозгу. Точно подсчет жертвы еще ведется, и эта работа может занять несколько дней, в течение которых нужно будет разобраться во всех останках и опознать их, как только они будут извлечены из обломков шаттла 709.
Таким образом, эта катастрофа отразится на нашем городе. Скорее всего, никак. Когда вы летите на шаттле, вы сами испытываете свою судьбу. Лосина Карлин, прямой репортаж для канала Метео Новостей. Все в порядке? Но как у меня получилось, а? И какой был рейтинг? 5 миллионов? Всего 5 миллионов? Боже, проигнорировали даже повторный показ острова Галлигана. Какого черта, Грегор? Почему ты нахуй этот ваш, блядь? Да-да, и чего пичкать меня этой ерундой? Ведь ты тоже говорил, что это привлечет ко мне внимание зрителей. Не стоит и дальше заниматься игровым шоу. Боже, блядь, мудак. Что это за репортаж? Почему мы в новостях были? Ну ладно. Это даже здорово. Мы прославимся. Давай старейшую. Проходи дальше. Здесь не на что смотреть. Ну это я не буду врать, он меня сейчас посадит сразу. Кроме как на этот сломанный самолет. Такие теперь можно увидеть где угодно. Прошу прощения? Таких можно десяток купить за доллар. Сломанные самолеты по доллару за 10 штук? 15 за неделю, мадам. Это как минимум. И это только в этом городе. И они как говорят, что это самый безопасный способ передвижения. По статистике, да. Только если вы не сядете на борт такого самолета, тогда ваши шансы на выживание значительно сократятся. Что? Это самый безопасный способ передвижения. Если вы останетесь на земле, вероятность того, что один из них упадет на вас, относительно мало. Ебать статистика. Спасибо за поддержали мою веру в надежность современных технологий. Мы здесь для того, чтобы защищать и служить. Разве это произносится не в других? Просто проходите дальше, мадам. Здесь не на что смотреть. Кроме как на вас, офицер. Except for you, officer. Что? Меня? Мне всегда нравится мужчина в военной форме. Простите, мадам, но я голубой. Проходите дальше, здесь не на что смотреть. Кроме как на этого сбежавшего преступника, который стоит прямо за вашей спиной. У меня сегодня есть особое задание, мадам. Поэтому сбежавшего преступника придется самого себе позаботиться. В конце концов, кто-нибудь сохранит это место, если я уйду. Мне бы это было под силу. Это был риторический вопрос, мадам. Вы не обучены для несения такой службы. Проходите дальше, здесь есть на что смотреть. Кроме... Я не собираюсь повторять по 10 раз. Проходите дальше, здесь совершенно не на что смотреть. Не на что. Боже, неужели вам больше нечем заняться? С вами все в порядке, офицер? Спасибо, мадам, со мной все в порядке. На этом проклятая пыль уже достала меня. Чит такая. Все-таки я не совсем ошибаюсь, если я правильно помню то, что нам рассказывают на уроке по физике. Это устройство антигравитации. Оно выглядит совершенно целым. Ага, то есть мне его надо забрать. Что у меня есть? Он кашляет, может ему конфету дать? Не целую. Нет, не хочет, сука, такую. Хочешь такую конфету? Зараза какая. Я не смогу пройти через забор, если не отключить сигнализацию. Или что еще хуже, я могу поджариться на военном лазере. Так, и как мне забрать? Так, а может быть ты хочешь вот это? Смотри, как это говорит. Нет, не хочешь. Че, сейчас? У меня есть свисток есть. Не? А может ему на нем применить ее? Ладно, можешь расписаться где-то? На. Не.
Но, видимо, мне какой-то прибор не хватает или чего-то типа того, чтобы его обмануть как-то. Сюда... Так просится это опять на заезженную тему You spin me right now. Татуха, что ли, что это такое? Сор. Hey. Эй! How do I get to the station? That is question. Это вопрос или что? Извините. Это вопрос или нет, короче. Хорошо, шериф. Больше чего-то. Ой, я не... Я актер. Нет шанс, но это не Оксимирон? Леди, ты... Что-то Круэлла или живая? Что за диалог? Почему не переведен? Ладно. Так, ты актер или коп, короче? Все вместе, все вместе. Я актер, но я офицер, который любит мои учеты. Это вызов печальный коп 2. Я играю печального копа друга. Что-то там. Я думаю, я скажу первое. Это глупость. Я согласен, но это имеет важность. Я сказал выход. Что главное, удача. Ты, значит, больше... Это так. Блять. Что нахуй? How do I get the... Как я могу попасть на станцию? How do I get into the station? You don't. И не можешь, не сегодня. But I need to get in. Но я нужно мне это, понимаете, вот сейчас я буду плакать. Хорошее очко. Это ответ на вопрос, как я могу попасть на станцию, да? Я действительно согласен с голосом. Какие-нибудь шансы я могу получить там что-то? Покажи мне вкусное что-то, принцессу или неудачно. Работа не работает? Ой, двери. Это нет, удачи, лорд. Хороший лорд. Я могу репортировать что-то среднее. Ты сказал, что дверь не работает? Действительно, они могут получить и станция сегодня, полицейские офицеры, преступники и багаж. Не они, милые, путить слова из... Что ты назвал меня? Прекрасная принцесса. Это прикольно, да. Так, что-то, короче, двери не открываются, потому что там что-то преступники, что-то ни для кого, ни для преступников, ни для офицеров, ни для багажа. Вот, как ты там меня назвал? Меня назвал, типа, прекрасной принцессой, вот. Как возможно забрать багаж и преступников, чё? Ну, короче, как ты собираешься, что ли, вызвать багаж и заключенных в... Или как ты собираешься туда запустить их, багаж и преступников, ну, всяких, в эти двери, когда они сломаны? Как ты можешь вызвать багаж и преступников, когда двери сломаны? Эти двери не работают, но лестница есть. Короче, конечно, я могу получить внутри вехикл, не помню. Как? Весело? Ты сказала... Чё? Радиоактивное что-то? Ещё раз, погоди. Как ты можешь вызвать гарбидж из дверей, когда двери сломаны? Эти двери не работают. But the gate downstairs does, of course.
Внутрь полезть, ну, короче, можно. Это безопасность, что-то... как экстремально? Как это опасно, типа, наверное, да? А как это экстремально? Он говорит, ну, типа, радиация там, походу, типа. А почему ты на параде назад, как это? А я практикую весельное искусство. Это не выглядит как полицейский, это выглядит как актер. Боллокс, и я был сделан для прогресса. Возможно, ты пытаешься быть немного... не знаю. Да, но это кровавый костюм, это может начать двигать... Так, so you... может, ты найдешь другую роль? Я внутри что-то квадрат картина, это из ее маэстры. И что компания? Короче, мне нужна лестница, да? Спасибо, удачи. И... Farewell, princess. Till we meet again. Спасибо. Короче, комплиментом меня засыпал всяким. Да. Почему здесь на английском вдруг все стало? Но дверь не открывается, да. А чё он просил-то, типа? Может быть, у меня что-то есть для него? Хочешь конфету? Ни на дорог, ни, да, ни на чем. Может, ты хочешь целую конфету? Нет, не хочет. Что-то непонятно. А, не, ну да. Графическая, короче, надпись полицейский участок, ну, типа того. Хера ничего не работает. Hey! Там, видимо, какой-то знак. Снова привет, типа. Было бы неплохо, если просто говорил привет. Hello. Ладно, еще раз, погоди. How are you able to bring garbage out and prisoners in when the doors are broken? These doors don't work, but the gate downstairs does. Of course, you can only get through that inside of a vehicle. The security measures are quite extreme. Окей, окей, я так лучше понял, когда не переводил ничего. Ну, типа, просто в уме переводил. Короче, можно по лестнице, походу, downstairs, типа ступеньки, вниз по лестнице. Но это может быть немного экстремально, спрашивают, типа, в смысле, как экстремально? Ну, типа, радиация. Походу, типа того. Или излучение какое-то. Радиация, это не обязательно радиация, радиашн. Там излучение, ты имеешь в виду. И как, какие лестницы? Где она вообще? Ладно. Good luck. And you the same. Так, что-то здесь ничего нету. Чем он отличается за головоломка эта?
помощью своего этого могу узнать что-нибудь. Проходи дальше, нечего здесь смотреть. Проходите, мадам. Чёртова пыль. Пыль. Чё от пыли может помочь? Что же может помочь от пыли? Но я здесь не вижу никаких предметов, которые могли бы типа, подбираться вообще. Возможно, в предыдущем зале как-то. Вот в участок. Что-то пока не понимаю, что делать. В этот раз никак. Она просто вышла из кадра. Окей. Что там? Уйди. Полицейский участок. Метро. Там написано старая дорога и номер улицы 3018. Ага. Ничего это не дало мне. Эй, думаешь, приятно, когда в тебя постоянно тыкают? Нифига, четвертая стена. Так, что может быть-то еще? Может что-то узнать? Смотреть все-таки? У меня просто идей пока вообще нету. Что можно сделать сейчас-то? А стоп, может быть что-то тут вот? Вот пошла. Здесь все такое грязное, и я в своей любимой рубашке. Эй, что это такое? Ух, это всего лишь дохлые крысы? Я не собираюсь проверять, есть ли еще что-нибудь в углу. Думаю, проход открылся. Что происходит? Боже мой, какое же оно все-таки совершенно бесполезно. Этот ужасный запах начинает передаваться и мне. Чё, а что мы сделали-то? What? I got something on my face? Is my hair okay? What are you looking at? Но мы ничего не нашли. Может, что-то... не знаю, что это такое. Зачем это нужно? Становится совершенно бесполезной тратой времени. Я хочу спросить, что же должно быть произойти? Мусорная машина должна не проезжала мимо этого контейнера. Типа нужно светофор включить как-то. В принципе, логично, наверное. Может, дорожное заграждение убрать надо-то? Чтобы этот подъехал сюда? Только зачем это я делаю вообще? Непонятно. Это набор кнопок с цифрами, но я понятия не имею, какой номер нужно набрать, чтобы открыть дорожный пост.
Почему? 3018. Ну-ка теперь набери. It's a numeric keypad, but I have absolutely no idea what numbers to type in to move the roadblock. Ха. И что тогда мне делать? Нет. Ладно, давайте посмотрим все-таки что-то. Как будто у меня предметов не хватает. Это самое печальное, я этого не знаю, куда идти вообще. Так. Мусорный контейнер, да? Так, это не то, походу. Ла-ла-ла-ла-ла. Так, это я все прошел. Какой стати вообще? Почему? Там написано перекресток Кавалеры и номер улицы 00992. Нам нужно еще на машину посмотреть, там написано, не знаю зачем. Похоже, что маршрут мусорной машины идет вниз к полицейскому участку. Наверное, там полицейские выбрасывают свой мусор и покалечены тела свидетелей, которые не захотели сотрудничать. Так, значит, мусор отвозят в этот участок. Окей, ну давай теперь уберем. Ты можешь все быстрее бежать? Возможно, все попытаются ввести номер пересекающей улицы, дорожный пост откроется. Я вообще даже понять не имею, что это может сработать. Я бы это не догадался ни за что. А, это все так прикольно, да? Быстрее запрыгивай. Но он говорил, что дверь закрыта, поэтому типа все верно. И окей, мы в мусорке. Ай! Не распускай свои когти. Там было так грязно. То, что я делаю, должно спасти мир. Я хочу сказать, это вонь, этот липкий мусор. Таким путем даже крыс не стало бы сюда забираться. Отвратительно.
Не стоит упоминать о том, что я очень-очень сильно воняю, и даже не надеюсь, что кому-то удастся избавиться от этого запаха. Ну ладно. Так, окей. По его глазам поведение легко определить, что он мошенник. Тувак? 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 Так, сержант. Excuse me, ma'am. Прошу прощения, мадам. Yeah, what can I do? Да, чем могу вам помочь? А где архивы? The archives. Архивы? Ты ведь не полицейский офицер, не так ли? Ну да, да, конечно. Yes, I am. If you're a cop, если ты служишь в полиции, то где же твоя четвертая форма? Твой значок, твой пистолет. At home. Дома, я все это ставил дома. Тогда я советую тебе отправиться домой, взять с собой значок, свою форму и свой пистолет, ясно? А теперь не мешай мне, у меня полно работы, хорошо? Так насчет архива. Ты ведь не офицер полиции, не так ли? О, я прохожу курс обучения в академии, мне нужно пройти в архив, чтобы подобрать учебный материал. I'm in training at the academy, and I need to get into the archives to study. You're in training? Значит, ты проходишь подготовку? Ну да, конечно. Тогда что ты делаешь здесь? Тебе нужно быть в академии, сидеть на занятиях и учиться вещать лапшу на уши. Это умеет делать настоящие профессионалы. Ну, ладно. Thanks anyway. Это коробка с инструментами. Там лежит лист бумаги. Это какой-то бланк требований или порядок работ. Сейчас посмотрим. Приказ корпорации Bocamba Mercer номер 09042 о срочном кратковременном прерывании отдыха членов компании, ксерокопии старого приказа. Так. Ты что изучил? Hiya. Эй. Ты ангел, спустившийся с неба, который хочет меня забрать? С старым Джокером нет никакого смысла разговаривать. После того, как у него была передозировка, с его головой далеко не все в порядке. Я даже не позволяю ему брать в руки молоток, вот что я тебе скажу. Ага. Давай тогда с тобой поговорим. Hi. Привет. What do you want? Что тебе We're надо? У нас перерыв на обед, дорогая. Не скажешь, как от меня пахнет? How do I smell? Smell. Пахнет? Ты заигрываешь со мной, дорогая? What? Что? I don't know. Я не знаю, обычно женщины ко мне не подходят, поэтому я просто проверяю. Я бы не хотел упустить подходящего случая. Я просто спросил, как от меня пахнет. Ну, действительно. Да, точно. За плесневевшей пиццей и этой лососиной. Is that salmon? Smoked. Копченый. Да, еще легкий оттенок запаха рома. У меня произошло небольшое происшествие с бутылкой в мусорном контейнере. Со мной такое все время происходит. Ты не одна такая. Вообще, это говоря, каждую среду в одном клубе вечером бывают неплохие концерты. Я от алкоголизма не страдаю. Если ты сама не хочешь этого признать, то я тебе скажу тебе, это действительно так. В конце концов, от кого еще тогда воняет ромом? Нет, меня это точно. Во всяком случае, не сегодня. Ладно, ребята, отдыхайте. Учитывая дополнительное время, которое мы должны отрабатывать в воскресенье, что-то там, бля... Ладно, давай сюда. I haven't spoken with mom since I. Я не говорил со своей мамой с тех пор, как выиграла что-то. Мне нужно позвонить ей. Hello. Эй. Hi. Привет, mom? Мамочка. It's April. Это Эйприл. Как у тебя дела?
Где ты, дорогуша? В городе, мама, ты ведь знаешь об этом. Почему ты не звонишь? Мы ведь... Я ведь очень беспокоился о тебе, дорогуша. Разве ты не получила мое письмо? Да, и я не могу сказать, что я поняла, почему. Так вот, в чем было все дело, не так ли? Ты просто не поняла. Я не имею... Не думаю, что с твоей стороны было хорошим поступком так отнестись к своему отцу. Ты очень обидела его. Ты знаешь об этом? И еще я не говорю о том, что ты столкнула что-то там. А как же я думаю, что ты не сделал мне больно? Неужели ты была настолько слепа, что не увидела даже этого? Эприл, ты знаешь, я не могу в это вмешиваться. Нет, конечно нет. Не ты, никогда, ни в коем случае. Ну да ладно. Так как там отец? С ним все в порядке? Я имею в виду после падения. Он сломал себе руку, и поэтому ему пришлось взять больничный и сидеть дома некоторое время. В связи с этим возникли некоторые проблемы с деньгами. Мы должны вытащить Дани из школы в следующем году. Ты не можешь винить в этом, что произошло у меня, Тамчик? Если ты бы... Я бы, наверное, уже была бы мертва, мама. Я больше не могу этого выносить. Пожалуйста, давай не будем спорить об этом сейчас. Я просто хотел услышать твой голос. Пожалуйста, приезжай домой, Эприл. Мы любим тебя. Нет, спасибо, но этого не произойдет. Послушай, мне нужно идти. Я сейчас занимаюсь одним очень важным делом. Береги себя, хорошо? Хорошо, дорогуша, я люблю тебя. Да, я тоже, мама. Пока. А телефон 099-120-90. А если к тому подойти? Звонит 09. Ага. Это старый видеофон, очень-очень древней технологии. Изображение очень плохое. Экраны камеры уже вышли из строя. Насколько можно судить? Текс. This phone. 099-12090. It's a toolbox. Коробка с инструментами. Система безопасности действительно надежная. Я не смогу ее открыть. Так, погоди. На всякий случай. Прошу прощения, мадам. Снова ты? Что тебе нужно этот раз? Как насчет архива? Ты ведь не офицер полиции, не так ли? А если нет? Ты не сможешь пройти, понимаешь? Тогда разрешен вход только полицейским. Кроме того, половина дверей в этом здании, включая и эту, не работает. Поэтому никто не сможет войти и не выйти. И пока эти линейные работники ремонтной службы, которым не починили двери, туда никто не сможет попасть вообще. Спасибо. И что я должен сделать теперь? Это ремонтный мастер. А. Может, вы займитесь работой тогда? Это снова я. Тяжкий вздох. Почему вы не работаете? У нас сейчас предусмотрен в нашем контракте перерыв на обед. Ах да, правильно. Но вы не едите. Мы уже закончили есть, но наш перерыв еще не закончился. Пункт 16 контракта. Я процитирую. Неверно организованный процесс пищеварения может отрицательно сказаться на дальнейшей трудовой.
Что-что? Мы просто перевариваем только что съедевший обед. Вы разве не должны чинить двери? Да, точно. Но вместо того, просто сидите здесь. Сидите здесь. Да, точно. И вы не собираетесь браться за работу в ближайшее время? Да, точно. И вас нисколько не беспокоит? Именно так. Я могу сказать все, что угодно, да? Да, точно. И вы все равно отвечаете только? Да, точно. Интересно, а как только сказывается на производительности работы, это да... Было бы неплохо, если бы починили бы их. А было бы еще лучше, если бы ты ушла отсюда и отставила нас в покое. А что можно сделать для этого? Нет, мы никуда особо не торопимся. Такая ситуация совсем не экстремальная и плавно двигаясь во времени. Какие бывают экстремальные ситуации? Разные. Такие ситуации сопровождаются специальным рабочим распорядком. Какой рабочий распорядок? Ну, ты и сама должна знать. Так, ну, объясни-ка. Да, какого? Ну, того для экстремальных ситуаций. Ты имеешь в виду форму требования кратковременной приостановки привилегий членов Союза? Ну да, конечно. Ну, если бы ты предоставил нам такой документ, подписанный начальством, то нам бы пришлось немедленно прервать свой обед и заняться делом. Таким образом, мы выполняем запланированную работу. Согласитесь, бюрократия иногда может быть полезна. Чего-чего? Ничего. Где же мне можно раздобыть такой документ? Какой документ? Форму требования кратковременной приостановки привилегий членов Союза. В любом кабинете, где занимается канцелярскими делами. Ладно, ребята, отдыхайте. Учитывая дополнительное время, которое мы должны требовать, это выяснится красивее, да? Окей, понял. Я то же самое сказал. Прошу прощения, мадам. Это снова ты, что тебе надо? Мне нужно найти форму требования под номером 09042, как временно. Давай. Short-term tactical suspension of union members' benefits. Подожди немного. Вот, пожалуйста, мисс. Форма документа номер 09042. Ага. Я лучше поделаю все, заполнить порядок работы. Почините эти чертовы двери, подписанные Коми, вот здесь. Просто рандомно что-то там накалякало. Теперь все в порядке? Что это такое? Просто маленькая формочка требований к временной приостановке привилегий членов Союза. Сказать что? Мадам, вы понимаете, что вы наделали? Вы нарушили обеденный перерыв. Это установили порядок работы. Этого не может быть. Подождите, 09042? Это разве не 09042? А ведь это оно. 09042. Нет, просто обычный 09042. 09042-nothing. Ха, это воскресенье, а все, абсолютно все приложения бесполезны. На выходных нужна специальная форма А, приложение для выходных. Там написано, насчитывает тройная внеурочная работа и тому подобное. Так.
Так значит, мы останемся здесь и будем отдыхать во время своего обеденного перерыва. Большое спасибо, а теперь уходи. Так, блять, заебал. Excuse me, ma'am. Прошу прощения, мадам. You again? What do you want now? Снова тебе опять надо, тогда задолбал уже. А можно 0902А? I'm sorry, but I need the 09042-A requisition form addendum as well. The what? The 09042-A? Тогда почему ты сразу не просил ее у меня? Ask me for that one in the first place. Because I'm a cruel bitch. Потому что я жестокая сволочь, и мне нравится издеваться над тобой. Откровенно говоря, я решил свою жизнь посвятить тому, чтобы последовать тебя и заставлять искать бесполезные никому не нужные формы. Подожди. Серьезно. Она серьезно это сказала просто офицеру. Ну, сержанту. Вот, пожалуйста, форма запроса. А, надеюсь, это именно то, что тебе нужно. And that better be it. Окей. Держи, суп. На. Окей. Хорошо, надеюсь, теперь все в порядке. Why do you почему ты все время представляешь нам? Тебе что, больше делать не надо, человек? No. Не дело в том, что вот документ номер 09042А. Форма требований к кратковременной приостановке привилегий членов Союза с приложением для выходных. Черт, нас все-таки достали, Джордж. Поднимайся, стул, нам придется браться за работу. Благодаря этой милой молодой девушке. То есть вообще это любой мог сделать. Это вообще любой человек мог сделать. Они просто не делали. И... Ребята, а вы скоро закончите? Ну, кто его знает, это сложное оборудование, дорогуши. Они открываются вручную. Так, попробуем с худым поговорить. Рад видеть тебя в хорошей форме, Джордж. Мистер, самолет, самолет. Понятно. Так, что у меня теперь тут есть? Ну, ничего у меня нету. Ну, допустим, что-нибудь даст. Прости, мадам. Что тебе надо? Thanks, anyway. Спасибо. Нет, на это не работает. I feel like someone's staring at me. А если, короче, здесь позвонить и здесь взять? Это схлопнет вселенную сейчас, смотри. That's just my incoming call. Это просто мой звонок. Ну да, давай примем. That's just my incoming call. И чё, блин, делать-то? Ну, мы довольно много сделали, опять же.
April Ryan, you have got to get past yourself. I like my outfit. It's inexpensive. I feel like someone's... I like my outfit. April Ryan. I like my outfit. I like my outfit. April Ryan. Big surprise. Mm-hmm. I'm still here. April, what? I got something on my face? I like my outfit. It's in... I like my outfit. April, kind of unseen surprise. I'm still короче, here. Мы посмотрели все варианты разговора, когда на нее тыкаешь. You can usually tell a crook by his eyes and his foul behavior. They don't open manually. The doors are closed. Можешь ему конфету дать? The doors are closed. А, типа выход даже нету. Мы здесь должны сидеть. There's no way I'm going back. Эй, знаешь что? Чё? На-а. Ладно, понятно. Я случайно нажал еще раз и теперь. Но они, короче, ничего не делают. Может, панель? Колечко? Нет. The panel is open and some wires are hanging out. The doors are closed. Что делать? Что делать-то надо? Кнопка, может его, блин, ткнуть его? О, провода? Что? Ай-ай, глазик, глаза устали, походу, немножко. Уйди, тасти панель. Провода где? Нет, не работает. Не смогу забраться до проводов, пока эти ребята возятся с ними. Мне нужно кое-как-то отвлечь их, чтобы они отошли от панели. Я знаю. Тупой звонок, конечно, да. Телефона. Меня кто? Я думаю, может быть, это по делам профсоюза? Отойди с дороги, ветка. I can't get to the wires while these guys are working on them. I need to create some kind of distraction. Get them away from the panel. There's a call for you too, sir. Просто жду телефона, сэр. Me? Меня никто никогда не звонит, кроме моей мамочки. Ever. Это моя мамочка. Except from my mommy. Да. Is it my mommy? Именно так. It could very well be your mommy. Oh. Спасибо. Thanks. Lol. It's a long shot, but... Это весьма приблизительный план, но если я попытаюсь докоротить эти провода... то все починится. Ух ты, я просто молодец. Эй, ты не можешь туда пройти. Вот повторяем, строго запрещен. Мне нужно отвлечь ее. Но как? Как ее отвлечь-то можно? It's a toolbox. Давайте посмотрим, какой самый запутанный бланк, в котором так сразу и не разберешься. The
На ярлыке этой полки написаны доклады о происшествиях и непристойном поведении сотрудников Бинго или Бумы. The label on that shelf says reporting indecent or lewd behavior by Bingo or BM personnel. Number 3136. Excuse me, ma'am. Прости, мадам. You again? What do you want now? Хотя нужно раз. Непристойное поведение. For complaining about lewd and indecent behavior, please. Number. Номер. 3136. 31366. Hold on. Да, это дело. Так, мы теперь находимся там, где нельзя. Так, сохраниться, погоди. Отлично. Учитывая, что сейчас нахожусь в полицейском участке, было бы очень благородно сначала заплатить за садовую. Картой, что ли, типа? Посмотрим. Кола, лимон, лайм, клубника, клубника, лайм, клубника, кола, вишня, кола, пу. Лучше я выберу старый добрый бинго. Классический. Скучно, но безопасно. Отлично, теперь у меня есть бутылочка. I don't think so. Я так не думаю. Служба безопасности поджарит меня за это. Ну ладно. Упс. Hi. Привет, кто там? Манелли. А кто это спрашивает? God. Боже, я знаю этот голос. What? Что? Кто ты? Это я. Кто? Эй, подожди, я знаю твой голос. Назовись. Просто когда это я, говорят, все хорошо. Мне пора идти. Эй, стой, вернись. О, боже мой, как больно. Hello? Кто это? Агент Скарли. FBI. Тогда, наверное, тебе нужен кабинет шефа. Это вниз по коридору. Ой, как больно. Окей, вниз по коридору, что там еще можно узнать? Доставка пиццы. О боже, я не заказывал пиццу. Ну и все, пока. Сержант Фрэнк Мейнелли. Сержант Рассел Франко. Сержант Рики Махоней. Сержант Мария Хернандес. Сержант Морти Лоуд. Сержант Антони Макдональд. Антон Макдональд. The showers. Unisex, of course. Так, стой. Может, теперь я могу сказать, кто это? Hello? Who is it? Сержант Хернандес. Мария, слава богу, что здесь. Послушай, помоги мне и принеси мне мое лекарство от боли в животе. Оно лежит в моем шкафчике. Вот ключ. О боже. Спасибо. Лол, дурачок. Отойди.
Так, лекарство возьмем. Коробка. Это коробка, где хранится синтетический глаз. Я думаю, что у Франкенштейна был точно такой же. Но, глядя на него, это... Об этом никто не узнал, что-то там такое. Сержант Минелли хлопал дверцей этого шкафчика слишком много раз. Скажи привет, если годами на везде неприятель. Так мне значительно легче думать о том, что приходит его беспокоить. Как она быстро говорит. На. О, слава богу, слава богу. Так, и... Как ты себя чувствуешь? Лучше, немного лучше. Мне нужно... Я думаю, это лекарство немного встряхнет мой организм. Понимаешь, о чем я говорю? Оно ускорит естественный процесс. Дальше все не надо, сэр. Спасибо, Мария. Если... Эй, ты простудилась или что? У тебя голос изменился. Да, простуда, или не беспокойся, со мной все в порядке. Мне пора идти, Минелли. Спасибо за помощь, Мария. Окей. Может, там еще что-то есть? Ну, типа, зачем мне тогда шкафчик этот нужен был? Стоп, мне вот эта нужная штука. Для сканера. Может быть. Блин, это тупо, конечно. Нет. Ну, типа, между запихать. It's a receptacle for synthetic eye. It's empty, so he must be using it. Мне нужно глаз его взять. Я думал, тут глаз лежит. И не успел дочитать в прошлый раз. Угу. Как-то это сделать? Что может быть еще-то? Как у нас часто в этом году квесты, серьезно, прям. Gotta go, Minelli. Не пройти, Минелли. Thanks for your help, Maria. Может, мне надо уйти, оно то выйдет там и что-то может потом взять. One soda's plenty enough. I don't think so. The security feedback will probably fry my eyeballs. Пока не могу догадаться. Раздевалка. Архив. Угу. Он не вышел. It's broken. It's broken.
Офигеть, маленькая кнопочка. Опять. Gotta go, Manelli. Thanks for your help, Maria. И... It's a light switch. Чё-то ни хрена. Зачем тут свет? Можешь выключить, уйти и зайти. I feel like someone's staring at me. Sergeant Anthony McDonald. I could use a shower, but no. Ну, что-то намешать ему, то поставить банку эту. Блин, что сделать-то надо? It's a receptacle for synthetic eye. It's empty, so he must be using it. Я у него свет вырубил. Слышь, как-то поможет. Типа сейчас вернусь обратно. Он там будет орать. One soda's plenty enough. Для чего? I feel like someone's staring at me. Это не помогает, опять же. Ему пофиг, что выключен свет там. Minnelli's in there. И там Minnelli, и что теперь? Мне нужен его глаз. Gotta go, Minnelli. Thanks for your help, Maria. О, блин, ладно. Я не знаю. Не знаю, что делать. Серьезно, блядь. Вот. Опять мини какой-то кусочек, блин, где? Ты куда ты сюда зайди? Это просто аккуратно отсоединенное это зеркало. Я не знаю, я вот... Примерно вот так. Мне нужно было быть осторожнее, что-то там. Логин входа в архив Minnelli. Пароль день рождения жены. Какой умный парень. Настоящий знаток систем безопасности. Archives login F Minnelli. Password wife's birthday. Так, теперь надо узнать у него день рождения, что ли, наверное, как-то. Как дела у мисс Minnelli? Чем ты спрашиваешь? Я не думал, что ты черт. Мария, ты говоришь об этом? Я сказал тебе, что не могла бы ты забыть об этом. Sure, да, конечно, sorry. Прости, я просто just хотел узнать. Хотел бы я, чтобы до этого не знала, Мария. Ты знаешь, как это, что это такое, знаешь? Про миссис Minnelli. About Mrs. Minnelli.
Черт возьми, Мария, у меня были небольшие неприятности. Я как раз думал о том, что нужно будет ей сделать подарок на день рождения. Что ты об этом думаешь? Ты же с ума зашла, совсем с ума сошла. Что ты делаешь? Что, черт возьми, ты делаешь? Чтобы все было хорошо. Хорошо, ты хочешь, чтобы Лаура выгнала меня из моей собственной квартиры? Так что ли? Ты хочешь, чтобы меня моя жена выгнала из моей квартиры? Завтра? У твоей жены завтра день рождения? Не покупай подарок, Мария. Даже не думай об этом. Это будет огромной ошибкой, а подобные ошибки лучше не совершать. Хорошо, босс, ведь ты босс. Не называй меня боссом. Ты не могла бы оставить меня одного. Сейчас у меня нет настроения общаться с кем бы то ни было. Черт, я ведь сижу на унитазе. Мне пора идти, Минелли. Спасибо за помощь, Мария. Так, и чё? Господи, я думаю, у меня аллергия на чёртово лекарство. Ах, чёрт, мой глаз. Что случилось с моим... Мария, Мария, ты брала мой глаз? Верни его обратно. Вот ты где. Возвращайся назад. Oh crap, my eye. И как не успеть? There you are. Back in your slot. Что-то непонятно. Oh, crap, my eye. Это не меняется. Да ё-моё. There you are. Back in your slot. Нет. Ну, чихай. Нет, тоже не меняется. It's a receptacle for synthetic eye. It's empty, so he must be using it. Нужно что-то, что он сможет перепутать. Блин, это жестоко будет, если эти штуки пользуются. What the hell happened to my... Maria! Maria, did you take my eye? Give it back! У него нет света там уже. There you are. Back in your slot. Может, как-то типа это заглючило? Oh, crap, my eye. Hey, leave my eye alone. Оставь мой глаз в покое. There you are. Back in your slot. Подменить надо как-то на что-то. Oh, crap, my eye. Да уйди ты. What the hell happened to my... Блин. Maria, Maria, did you take my eye? Give it back. То есть, на, когда горит свет, он прям сразу видит. Back in your slot.
А если нет, то не сразу. Ну, мне единственное предположение — конфета. Давайте еще раз посмотрим. Ну, типа, просто мы сейчас стоим и не понимаем вообще, что делать. Back in your slot. Oh, crap, my eye. Так у меня этого нету. There you are. Back in your slot. Это знаете где вообще? Это охренеть как далеко. Я отсюда выйти, по-моему, не могу вообще, в принципе. Oh, crap, my eye. А могу. Окей. Ну, я бы вообще сроду бы не догадался, что надо идти туда. Вот вообще никак. Сейчас охуеете просто. Где метро здесь? Обалдеть. Я немного не там сделал это все. Ну да ладно. This guy's the reason they invented the phrase hitting the bottle. And he's hitting. Вы бы смогли подумать, что мне сюда бежать надо вообще? Просто вот. Я даже бы не подумал. А вот этой штуки. Это же вообще капец. It's a perfect fit. I'm so clever, I could just die. И как мне его достать? Газ выпал, бедный констебель. Sorry, Guybrush. Извини, Guybrush, но я должен пока этот глаз у тебя. Охренеть. Просто, блять, охренеть. Просто долбанешься сюда бежать. Я вообще бы сроду сюда не догадался бы. Это бы часа через 4, может быть, я что-нибудь придумал бы. Ого! Вот в квестах бывает такое, знаете, вообще вот. Что-то нельзя вот в начале игры и все. Какой он довольный сидел. Нам куда надо? Западное метро, точно. Ну, у тебя траектории, конечно. Жестко. Очень жестко. Эту штуку как-то надо забрать. А как? Только непонятно. А чё они? Всё?
Дверь закрыта. Newport Police Department. It's a holographic sign. Move along. Nothing to see. Keep it moving, ma'am. Я не могу войти в полицейский участок теперь. Just... Ладно, пошли на улицу, попробуем через мусорный контейнер опять. Да просто. А я не могу туда залезть теперь. Они работают. Но у меня теперь не работает полицейский участок. Я не могу туда зайти. Видите, двери не активны никак. Может, куда-то тут тыкнуть можно? А, да, так что ли? Ё-моё. Я думал, сломалось все. Эй, you can't go back there. It's a restricted area. Да ты бесишь меня. Чук пристал. Я с тобой уже разобрался. Зачем ты черт с камерой разговариваешь? Excuse me, ma'am. Да, это опять я. Возьми свою вот эту вот... I'd like that form for complaining about lewd and indecent behavior, please. Number. 31366. Ага, да, иди ищи. Иди ищи. Так. Я вернулась. Oh, crap, my eye. Все, до свидания. There you are. Back in your slot. Oh, God. Ой. Ой. Вот и все. Вот и все, все выполнено. У меня на башке просто кавардак с этих игр. Да зайди внутрь. Воу. Если я правильно помню уроки по истории вычислительной техники, это устройство называется матричный принтер. Он используется примерно в 18 веке, около того, что-то там. Так, каким темпом мне скоро понадобится новый дневник? Тут ничего не записано. А, стой, точно. Какие даты какие-нибудь? 30 июля.
Июль, июнь. 31 день там. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, 31. То есть 31, 0, блин, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, 6. То есть 30.06, окей, 31.06. Правильно? Правильно. Так, 3, 1, а где кнопка 0? Тут нет 0. А это что такое? Здравствуйте, я Фрэнк Минелли. И я чувствую себя действительно виноватой, когда делаю это. Я люблю свою жену Лауру. Ее день рождения 31 числа этого месяца. Это означает Лаура 0731. А я 06 вбивал. Да, какой я молодец, как всегда. Теперь что искать? Варен Хьюджес. Лепота. Сестра Варена, и это я колонизовал номер. Мне лучше его запомнить. Он может мне еще понадобиться. В смысле запомнить? Серьезно? Дай сфотографируй тогда. Что я тут фотографирую? Текст. Окей. I don't think I need to see any more of Warren's rap sheet. He's been kinda active. Окей, теперь давай авангард. Это долгий. Ничего нет, да? Варен Хьюджес. Warren's sister, and that's her colonization number. I'd better remember it in case I need it. Warren's sister, and that's her colonization number. I'd better remember it in case I need it. Until I am. Пока я не обновлю лист Варена, нет смысла его распечатывать. Я внесу несколько мелких изменений, ничего серьезного. Так-то гораздо лучше. Просто страшно становится, когда видишь, как легко сможешь сотворить святого. Все это очень здорово, но где же принтер? Окей. Я должна быть уверен, что у них нет никаких причин на моего ареста. Для меня, короче. Ну, видимо, все окей. Эрика Хьюдж. Сестра Варна, пожалуйста, оставьте так.
Мне как будто он не работает. Это единственный путь. Если упаду, мне не поздоровится. Я лучше сделаю распечатку этих данных для Варена. Чего? Кушать идешь? Иди, иди кушай. Церковь Болтека. Church of Voltec is the front of the Vanguard use here in Stark. Давай, давай, давай. Must be at least some information available. Ну, что-то есть. Jacob McAllen. Яков Макален, белый кардинал. Что это такое? Мне нужно хорошенько запомнить это имя. Эта информация может оказаться важной. Jacob McAllen. Такое ощущение, что он не отображает половины то, что там написано. Так это белый кардинал. Интересно, кто он? Ничего нет. Это похоже на изображение, которое нанесено на клавиатуру, которая находится позади. Текст. Рутка номер 2. Я эту хероту не хочу запоминать. Это, блин, язык чужого, не чужого, а этого хищника. Или как он там щелкал, блин. Якоб Марлин. Окей. Да, сюда у меня время заканчивается еще. Так, что там у нас? Вот такое. Потом какая-то вот так. Такое. Кружочек. И. Так. Распечатки. А это что такое? Что-то непонятное. Ну, в принципе, все получается. Ладно, давайте на это закончим. Сейчас я сохранюсь только. Да, сегодня пришлось потрудиться в плане того, то, что пришлось поискать немножко информацию, что делать дальше, потому что что-то непонятное было. Ну да ладно, в принципе, прошли достаточно много. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии, заходим в группу, там скриншот, обзоры и саундтреки. Ну и как обычно, всем спасибо и всем пока.